Амнистия. Хорошее слово, и она, безусловно, нужна, потому что у нас тюрьмы, во-первых, переполнены, а во-вторых, и что самое ужасное, переполнены теми людьми, которые, в общем, не должны там сидеть. Предпринимателями, против которых завели уголовные дела заказные, несчастными девчонками. Вот истинно, в самом рафинированном виде, вот эти вот пуссирают, да, они политические на самом деле. Они сидят за то, что посягнули на новую российскую идеологию, которую нам насаждают де-факто православие. Они ее оскорбили, как когда-то сажали, значит, людей за то, что они селедку в портрет Сталина заворачивали или рассказывали политические анекдоты. Тогда они покушались на прежнюю идеологию. Сейчас вот девчонки, сплясав, покусились на новую. Их абсолютно незаконно посадили. Репрессии возвращаются. Стало быть, амнистия нужна. Амнистия нужна еще и потому, что общество не может все время сажать, запрещать, третировать. А мы видим, что, к сожалению, по нашей государственной дуре, да, мы видим, что наше общество именно туда и ползет, как я уже сказал, вправо и вниз.